Друзья, привет! Сегодня третий день рыбалки. Сегодня еще ветер сильнее, чем в прошлые дни. Мы скинули лодку в Чекаловке. Сейчас будем идти туда на Самарку. Ну, не знаю, где будем прятаться, потому что ветер от 8 метров и, по-моему, до 15 штормовой. Даже МЧС присылало. Холодно, зябко. Поддержите нас лайками. Но будем пробовать ловить рыбу. А вы смотрите видео. Есть! С таким ударчиком прям. Мелочь опять. Да? Да. Может, сама? Нет, наверное. Сейчас еще больше зацепится. Иди сюда, подруга. Полкилошная. Ёшки-матрёшки, думал прям это, трофей поймал. Опять химера работает. Опа, блин, я думал, что это там подвисло. Задергалось, ну, я начал протаскивать. Не знаю, Вов, по-моему, небольшое что-то. Даже и то на себя тащу. Я начал протаскивать, думаю, на бровку, что ли, уперся. Ну так, судачок, что ли? Ну, как ты сказал. Ну да, зеленая на щуку. У тебя уже две щуки? Две щуки уже, да. Огромные просто. Ну, какая она белая прям. Рысловая. Чистенькая, рысловая. И пиявка сидит. Иди гуляй. Опять зеленку хотят есть щуки. Потому что если посмотреть, вот этот, который я в Чапаевске судака поймал, я балансируем раз от дна, и он прям раз вот этот, никого не было, и раз смотришь, от однако это отделилось. И я прям начал подымать, и он уж поднимается за тобой. Он, блядь, есть. Опять ножом. О! О? Это о? Не знаю. Ну, может, полкило. Может, берешь. Я к тому, что подсак надо готовить? Ну, не знаю, когда с глубины достаешь. Ну, можно, наверное. А может, и не надо. Приготовь там. Видимо. Я пока вставать не буду. Что-то крутит опять. Щука. Щука, друг, смотри, что. Оставлять такой. Ну, килошная щука, смотри. Ну, хоть Пусковая. Рыбку. Ну, хоть рыбку сегодня поймали, смотри, что. Домой собрались уже, да, думали, чай попьем, сейчас согреемся. Сегодня что-то рыбы у нас не осенняя. Мелочь какая-то весь день клювала. Искали с этим ветром. Нормально не встать. Как у вас рыбалочка, друзья? Кто закрыл сезон, кто не закрыл? Рассказывайте в комментариях, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья. Пока.